Извините, капитан Шепард, у вас не найдется для меня минут? Капитан Шепард? Меня зовут Самиш Батия. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Что вам нужно? Моя жена служила в космической пехоте. В 212-м подразделении на Иден Прайм. Подождите-ка, в 212-м? Не Рали Батия? Сержант Уильямс, приятно познакомиться. Не Рали... Приношу свои соболезнования, мистер Батия. У вас была замечательная жена. Чем мы можем... Я отправил запрос на возврат тела для кремации. Но военные мне отказали. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Мы узнаем. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его... Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить... Пойдемте. Удина демонстрирует совету доказательства, полученную к варианке. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Сарен будет лишен статуса спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Беназии. Кто это? Матриархи — это Азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Бенези очень сильный биотик, и у нее много последователей. Для Сарана это могущественный союзник. Меня больше беспокоят пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гета. Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Геты верят, что пожинатели — боги. А Сарен — пророк их возвращения. Нам кажется, что канал — это ключ к их возвращению. Сарен ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Сарен полагает, что с его помощью можно вернуть пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите? Сарен хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Я предупреждал вас о Сарене, а вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Сарен предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует гетов в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарена. Легенда,
которую он использует для того, чтобы привлечь гетов на свою сторону. 50 тысяч лет назад пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен – предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в Траверсе. Вот и пошлите туда свой флот. Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает гетам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Я могу остановить Сарена. Я согласна с капитаном. Есть способ остановить Сарена без флота или армии. Нет, еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность спектров. Я встретился с Сареном на Иден Прайм и изобличил в нем предателя. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Решением Совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ, воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они — правая рука Совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они — защитники мира в галактике. Они — наша первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр-человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста. Я найду его. Заседание Совета... Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль... А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Я думала, посол окажется более благодарным. Он даже не сказал вам спасибо. У него и без того забот хватает. После вас, капитан. Thank you.
новости. Корпорация «Экзогени» все еще отрицает, что одна из их разведгрупп пропала без вести в скоплении «Гаммы-Аида». Когда у представителей компании спросили, почему на прошлой неделе связь с разведгруппой неожиданно прервалась, они отказались давать комментарии. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандией. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Я хочу узнать правду. Почему вы отказываетесь от командования? Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме Совета. А мне пора в отставку. У нас есть какие-нибудь зацепки? Сарен пропал. Искать его бесполезно. Но мы знаем, что он ищет. Канал. Его геты рыскают по всему Траверсу в поисках зацепок. У нас были сообщения о появлении гетов на Феросе незадолго до того, как связь с нашей колонией была потеряна. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарен делал на Феросе и на Верии. Может, вам удастся найти канал раньше него? Настоящей угрозой являются пожинатели. В этом вопросе я на стороне Совета, Шепард. Таким образом, я тоже не уверен в их существовании. Но если они существуют, то канал предназначен для их возвращения. Не дайте Сарену добраться до канала, и мы предотвратим возвращение пожинателей. Я остановлю его. У нас есть еще одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У нее есть дочь, она ученый. Специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лиара, доктор Лиара Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Похоже, мы отправляемся в скопление Тау Артемиды. Это ваше решение, капитан. Теперь вы Спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Я постараюсь не доставлять вам больших проблем, посол. Рад это слышать, капитан. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали Спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз и из-за каких-то закулисных интриг морды в говно. Никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдет не так, ваша голова полетит следующей. Сарен где-то скрывается, и мы его найдем. На этом корабле все горой за вас, капитан. На 100%. Интерком включен. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Экипаж, говорит капитан Шепард. Мы получили приказ найти Сарена раньше, чем он найдет канал.
Именно люди должны сделать это. Не только ради нас самих, но и ради каждой расы в пространстве цитадели. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. Красивые речи не помешают Сарану найти канал, если мы хотим, чтобы... Есть, сэр. Thank you.
капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса. В нескольких километрах от точки высадки. Thank you.
маршрут безнадежный. У них здесь все преимущества. Thank you.
планету, которую сможет назвать своим домом. Но если бы мы высадились здесь, то тут же полетели бы дальше. У меня во рту суше, чем в Сахаре.
Маршрут безнадежный. У них здесь все преимущества. Thank you.
маршрут безнадежный. У них здесь все преимущества. Thank you.
перестроили на века. Сюда, похоже, затек поток лавы. Жду приказа. Вы впереди, я замыкаю. Ты Сони, я полагаю. Слава богине! Не думала, что кто-нибудь станет меня искать. Слушайте, это поле, в котором я застряла, протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Мне мешает силовое поле. Это протеанский барьер. Я знала, что он защитит меня от гетов. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить, пожалуйста. Есть предложение, как вам помочь? Здесь есть панель управления. Она должна отключить устройство. Вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное. Отключить защиту снаружи невозможно. Как вам сюда попасть, я не знаю. Будьте осторожны. С гетами был один Кроган. Они пытались преодолеть барьер разными способами. Здесь. К бою готова.
Я займусь этим. Как? Как вы сюда попали? Вы все-таки нашли способ обойти барьер? Мы пробились с помощью горного лаза. Конечно, да. Тогда понятно. Пожалуйста, освободите меня, пока не появились геты. Вон та кнопка должна отключить поле, которое меня удерживает. Постойте, капитан! Ее мать работает на Сарена. Мы можем ей доверять. Я не моя мать. Я не знаю, почему Бенезия присоединилась к Сарену. Я не хочу иметь с этим турианцем ничего общего. Если бы она была за Сарена, геты не пытались бы ее убить. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Теперь думайте, мисс специалист по протеанам.
канал, но я не знаю. Это еще что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо спешить. Тут все рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом. Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Ему надо поторопиться. Что вам здесь нужно? То же, что и вам, Асари. Спасибо, что отрубили энергетический барьер. Давайте сюда доктора. Что вам нужно? От меня вы ничего не получите. Нечего терять время на этого дегенерата. Оружие к бою! Хороший подход. Гребаный штуцер. Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан. Еще 10 секунд и резвиться бы нам в расплавленной сере. Нормандия, конечно, не говна кусок, но она не приспособлена для посадки на извергающиеся вулканы. Это так, на будущее. Мы там чуть не погибли, а ваш пилот шутит? Это такой защитный механизм. Вы привыкнете. Понимаю. Должно быть, таков человеческий менталитет. У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан. Но я вам благодарна. Вы спасли мне жизнь, и не только от вулкана. Что Сарану нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением Протеан. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Каков же ваш возраст? Не люблю об этом говорить, но мне всего 106 лет. Чёрт! Вот бы мне так выглядеть в ваши годы. Для таких недолговечных видов, как ваш, 100 лет может казаться долгим сроком, но по меркам Азари я считаюсь едва вышедшей из поры детства. Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания.
Другие ученые Азари обычно отметают мои теории из-за того, что я слишком молода. Ваши исследования привели к каким-нибудь результатам? Удивительно то, что я почти ничего не обнаружила. Археологических свидетельств о протеанах чрезвычайно мало, а объяснений причин их исчезновения еще меньше. Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Если протеане не были первыми, тогда кто? Я не знаю. Даже о протеанах почти нет никаких свидетельств, но об их предшественниках и того меньше. Я не могу обосновать свою теорию, но я знаю, что права. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают, остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения — ретрансляторы и цитадель — основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин. Пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк. Он выжег... Видение? Да, понимаю. Маяки предназначались для передачи информации напрямую в сознание. Неудивительно, что геты напали на Иден Прайм. Шанс получить действующий. Но маяки предназначались для взаимодействия лишь с физиологией протеан. Полученная вами информация... Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь. Слабый разум мог бы быть полностью разрушен при взаимодействии. У вас должно быть очень сильная воля, капитан. Этим вы не помогаете нам найти Сарана и канал. Конечно, вы правы. Простите, мною овладело любопытство ученого. К сожалению, у меня нет информации, которая... Я не знаю, зачем... Спасибо, Саран. Капитан. Саран снова попытался бы найти меня. А место безопаснее, чем ваш корабль, я не могу придумать. Мои знания о протеанах могут пригодиться вам в будущем. А ее биотическая сила пригодится, когда начнется заварушка. Добро пожаловать в команду. Спасибо, капитан. Я вам очень благо... Ох. Когда вы в последний раз ели? Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе. Хотя медицинский осмотр мне не повредит. К тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы поговорим после. Отчет о ходе миссии подготовлен, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Мы получили ваш рапорт, капитан. Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии. Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности.